Передача. Бразильцы организовывают атаку. Жунинью, Кафу. Эдилсон. Кафу забрался в офсайд. И назад на Жилберто Силву. Очень спокойно, уверенно ведут игру бразильцы. Если бы не огрехи в центре обороны, можно было бы сказать, что едва ли не идеально сейчас бразильцы играют. Жуниор. Передача. Удар! Какой гол! Какой блестящий гол забивает Эдмилсон! Все ошибки в обороне ему за такой мяч простят. Бразильские фанаты, тренеры сборной. Какой мяч Эдмилсон забил! И 3-0 на 36-й минуте. Чинят... Разгром. Разгром чинят костариканцам. Трехкратные чемпионы мира по подвиде. Блестящий в падении через себя. По уходящему мячу это из высшего пилотажа кто-то. Еще раз повтор. И, конечно, Лотис не ожидал. Не ожидал, что так может сыграть защитник бразильской сборной. Потрясающий гол. Я думаю, один из самых красивых на чемпионате. Какая координация блестящая. И радость Луиса Филиппе Сколари.